Так, 1 час у нас, ребята. А, ты на работу, что ли? Маракет, они уже все объяснили. Бей того, кого убьют все. Все ничего непонятного. Никакого перекура. Вроде так, если я правильно помню, не? Ну, пока отойду, пока смотрите. Ты, ШПшник, есть у кого-то спек через взрыв разума? Чтобы этот скопировать тебя. Бля, ты серьезно? Ну да. По классной. По классной. Так, и... так пробей в нете. Да лень перекачивать, блять, все вот это. Все вот это что? Тебе там нужно 2 скилла изменить. Тебе там 2 скилла поменять. И то, по сути, нет, потому что ты просто дополнительно, ну, вкачиваешь взрыв разума, но не вкачиваешь 5 скиллов в это послушание. Но зависит от того, как ты раскачиваешь свои талы. Послушание. Ты во тьме не вкачиваешь 4 скилла, и в послушание 1. Ты не берешь прожим в послушание и 4 скилла. Почему 4? Все тут? Не знаю, Шарпи, я и так не вкачиваю их. Ну, точнее, объятия вампира я вкачиваю, а вот единение с тьмой не вкачиваю никогда почти. Только в Т4. Я не пойму, вам что, перекур поставили или что? Сумоните там шкаф, дайте, я уже. Сумоню. Я пока не могу использовать эту способность. Чё распределять-то? Винар у нас танчит, ромбик, микстурка танчит, трусы, кружок танчит, маликет. Слышали меня? Извините, пожалуйста, ромбик разве танчит? Подожди, мастер, я сокеты вставляю быстро и все. Ну, если не на... ромбик, значит квадратно. Если напуливать, он, кстати, несколько секунд держится на танке. На микстурке проверяли прошлые трои наши. А квадратно танчится? Бомж вот этот, Таладред Светокрад, он несколько там секунд, 5-6 он держится на микстурке, если на него напуливать. Это тестили еще в прошлый раз.
А так нет, он не танчится. А чего что сказать не сказал? Я уже ГП хотел кидать. Короче, ромбик танчит, Эвинар, блядь, трусы танчит, микстурка, блядь, кружок танчит у нас, Малик танчится, босс, в этих, блядь, которые я поставил. Блядь. Ромбик, блядь, не танчится. Окей, кто танчится тогда? Он бегает. Квадрат, да, Эвинар, замени метку ромбика с квадратом местами. Вот там всегда, там, где сейчас ромбик, танчится, танчился у нас квадрат. И все, можно начинать. В общих чертах только людям объясни, что надо делать по фазам. Убить того, кого все бьют. Первая фаза, по одному убиваем этих мобов. Вторая фаза, убиваем оружие, напуливаем, не умираем, даем агро танкам набрать. Третья фаза, воскрешаются все мобы, убиваем всех мобов. Четвертая фаза, появляется босс, активируется. Танчим босса, нет. Появляются фениксы, зергаем босса до 50%. Ой, это пятая фаза, что ты только что сказал. Ты фазу одну пропустил. Первая фаза, бьем мобов по одному. Вторая фаза, убиваем оружие, лутаем. Третья фаза, воскрешаются мобы, убиваем одновременно четырех мобов. Четвертая фаза, выходит босс, танчим босса. Доводим до 50% под ростом зерга. Пятая фаза. Босс после 50% начинает поднимать всех в воздух. В воздухе расплываемся. Приплываем поближе к полу, но не вплотную, потому что будет подкидывать. Все, захиливаемся, бьем босса, сбиваем косты, танчим, хилим, дамажим. Чек на пул. Подожди, нет, есть момент. В прошлый раз в пятой фазе, там когда мы подлетели, куда приземлялись, нельзя к боссу подходить. Он может коснуть цепную, у нас там минус 3 было. Там рейндж держать надо. Это не к боссу подходить, а между собой расстояние надо держать. Все, все остальное носится. Босса, который квадрат, не кайтить его аж, блядь, в центр, блядь, комнаты, а только на платформе его убивать. Че, готовы? Что ты по меткам поставил? Квадрат танчится в ромбике, вообще-то, а ромбик кайтится. А, идите нахуй, еще раз вам сказал. Заебись, РЛ, блядь. Лучший. А кого мы бьем первым? Кто первый побежит, того и будете бить. Реке, ты печеньку танчишь. Потом, на третьей фазе. Фурики лутайте, лук тоже. И щит тоже. Нужно тотемы ближе к кругу, это нихера не достают. Вокруг убежал. Следующий будет кружок. Раз, где там лутать надо будет? После оружия, когда убьем оружие. Ебать, урон только что от взрыва разума. 54 кг. На макс. Стопаем, пускай заведет. Не подходите близко, РДД фрирайд будет. Так, трусы никто не трогает, пока не заведут его на метку, не поставят. Никто его не трогает, даже не дотайте, блядь. Ну чё ж туда? На пути босса не стоять. Босс следующий запускается только после того, как убьете этого, блядь. То есть таймер тут бесконечный.
Зоя, вот точку прожми. На тебя воспламенение. Захиливайте. Все, убивайте с него. Рейндж держите. Маленькие зависы. Между собой рейндж. Воспламенение, чтобы на одного было, на двух, не на всех. Маликет куда вылетел? Хуёво! Неплохо. Теперь вы можете потягаться с моим главным инженером. Готовьтесь. Мельки, если чего, отбегайте, у него будет каст-бомба называется, я вам озвучу его. Через 5 секунд каст-бомба, отойдите, мельки, блядь. И не только мельки, сейчас вас шотнет нахуй. Бомба 5 секунд добивает. Отошли от ступени. Не бить никому. Только на пулы и танки. Ну, я, кстати, сейчас будет станить по КД, так что на меня не надеет. Войско работает у них? Да. Правый или точечный? Маздиспел. Зоил, бей слева сокрушитель. Зоил, видишь сокрушитель, черепок стоит, бей его. Да я и бью. Просто мало ли, думал, все толпой туда бьют. Щит спана заберите, умрет сейчас. Челан дальше. Лук. Фул ауе. Станется в мобилити. Так что станем. Маликит, развис ты тут? Да, он развит. Притяните посох. Разводите пушки, потому что трудно потом будет им сориентироваться, собирать. А вы уже ищите свои, если убили. Маликит, лутаем. Посох самое главное подберите и наденьте его, юзаните. Правой кнопкой на него нажать, это юзанете, когда оденете. Один хил со мной. Щит дает, который, Вара, да? Вара, не забывайте взять еще и лук, он даст дохуя статов. Я все взял. Джезла нету? Пинки есть. Приготовились на платформе. Первого бега убиваем, который бегает. Кайте тут же, где Кель стоит. Все мобы сейчас воскресятся. Кер уже даю, да? Нет. Почему нет? Потому что мы босса будем Керу давать. Квадрат полбитва. Бить с этими пушками? На платформу кайфи. Да нет, можешь постоять с этими пушками. Такие интересные. Блять, ну откуда я знаю? Или менять обратно? Вы ж так отлично... Ну так вы нормально объясните. Закройте, ёбла, у нас трай, сука. Мастер, анонси. Не было такого флуда, надо было сначала рассказать нормально. Всё рассказать. Почему кружок бегает, блять? Кайте его отсюда. Маликит вылетел, что ли? Пан заебал танчить. Дайте ему, Боб, пизду. Кружок. Стопнули АОЕ, да, маг, блядь. Стопнули по боссу, нах, по кружку стопнули. РТДшники, бьем все трусы, нахуй. Милики бьют кружок. Короче, Грон от Паня. Папа, ну дайте цель. Чего у нас за хит?
Вой, дай мне шею, Стефан. На нем игра. Нет. Да нормально. Я уже дал одного мешать. Как там треугольник? Полтора ляма. Бомба, смотрим, отошли. Отошел. За бомбами смотрим. Фаза, готовься, Миксер. Бомба, отошли. Рано. Лучше рано, чем поздно. Отошли. Добиваем. Кто фениксов держит? Там Малики и Авинар. Как с контролем, знаете, как поступать? К боссу подходим все. Нет. Уже выходить, когда Рэй будет под вами. Прожимать прожимки защитные и контролить. Уже под боссом. Уже вышли. Она ваншотит, если что. Геру. Трех людей законтролили, их не убили. Хил это, не убить, милики, стоп, вихри. Отведи босса от людей законтроленных. Дезориентируйся. Феникс. Феникс. Феникс держит танк. Буду ДПС по боссу. Мы сейчас убьем. Шамана не убить. Милики, стоп, вихри. Отведи. Хера так и не было. Все, бьем, буду. А еще раз, для тупых лужи, лужи, Геру. Дайте им на ману, пожалуйста. Даю. Да, люди уходят в контроль, даем им контроль и сами прожимаем защитные обилки, чтобы вас не убили. Пункт контроль, лужа, милики разбежались, лужа, разбежались лужа, подальше лужа. От босса, блять. Пантру бойство. Как мы вместе с тобой, да, говорим? Фир раздали. Стоп АВЕ. Милики, стоп вихри. Бля, фениксов с рейда заберите. Кто фениксов бьет, на? Похуй. Дайте пану нового, блядь, что-то корни. Мат в контроле, сори. Диспейл его. Лужа РДД. Милрей, как умер? Феникс взорвался рядышком. И еще турбо 10, как бы живой бомба въебал. Я валяюсь, хуй знает где, не найдете. На стенке, блять. Сейчас Феникс будет. Скоро лужа. Отошли милики. 5 секунд. Контроль сейчас будет. Контролим людей. От законтроленных отводи босса. Я все лов контроль, фениксы по рейду гуляют. Пизда. И все. Друг, чё пизда? Все, все, ложитесь. Ложимся, давай будем давай. Делать, как делали эти. РДДшники заливают фениксов, а потом мелики переключаются в лики. Там, короче, у него есть берсы? Не успеем, нам не хватит дымаги. У него берса есть? Тут берсы нет. Два ляма у феникса, чего вам не хватит, вы чё? Берсы нету тут.
Если персы нету, то нам Феникса 4 ляма. Там фишка не в том. Быстрее законтрольные поубивают всех. Ну, законтрольных людей надо не убивать, это во-первых. Во-вторых, надо контролить. А тут фишка не у нас там. Мало друлей для контролей. Да дело не в друлях. Тут все классы могут контролить почти. Феры, блять, корни нахуй. Короче, дело не в том. Дело в том, Стан, что покаяние. Когда вы убиваете Феникса, появляется яйцо. Если вы за 15 секунд его не зальете, то появится еще один Феникс. Вот. А ситуация какая? РДДшники убивают блядского Феникса, появляется яйцо, Мильки сразу свичится в это яйцо. Помогает РДДшникам. Реснить остальных, блядь, не достал нас смотреть. Пулите лучше на нахуй. Элрай, просто давайте со смолим. Цепись. Ой, назад. Молодец, цепись. Поэтому и надо было резаться, а не ресните. Ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашалянора. Впечатляет. Он багается. Хватит выступить против Светокрада Таладрада. Те, кто на платформе, покидаем тело, заходим в данж. По-другому никак. Там челона будет, надо потом сумануть, прости. Выходим отсюда. Сюда заходим. Ставлю 3D-метку. Короче, вот где микстурка стоит. Звезду на него поставил. Здесь шкаф ставьте. Все сюда заходите. То вы еще 10 раз запустите босса сейчас. Зашли в инс, мы вас присумоним. Оружие, ребята, здесь существует для того, чтобы владеть и бить с ним. Там всякие бафы на оружие есть. Милики, например, если бьют топором, то у них скорость бега увеличивается. Скорость атаки. На 30 секунд. Тыкаем на сумму. Ну чё, фениксов сливать хотим, да? Надо бить одновременно и босса, да. И фениксов. То есть между фениксами минута. За минуту надо сделать вот так. Надо секунд за 30. 5 лямов залить. Во-первых, феникс взрывается. Взрывается. То есть нужно, я так думаю, что нужно поставить его под босса, как на Аларе, заешить, отвести. И потом, когда у него мало хп, РДД его доводят, появляется яйцо метров 20 от босса. И милики переключаются и за 15 секунд зергают это яйцо вместе с РДД. И потом следующего феникса. Если это делать по КД, можно бить одновременно и босса, и феникса по КД, и тогда их не будет вообще. Ой, тут Геры нету. Фу, блядь, Геры на берсы. Ну, а я сейчас что сказал? То есть зачем, блядь, подводить его под босса, потом еще куда-то отводить, нахуй? Ну, потому что если не подводить, то ты заебешься босса бить, ты его будешь полчаса бить. Блять, какая разница, будем полчаса бить, нахуй. А то сейчас, блять, убьют нахуй какие-то, блять. У турки вольются, нахуй, открыть. Короче, суть рейд. В чем? Надо сделать это так, чтобы яйцо появилось в досягаемости миликов. Чтобы они не бежали к нему полчаса, блять. Это понятно? Чтобы в 20 метрах от босса. Метки. Вот. Ну вот тут на ступеньках это можно делать. Танк-спот для Феникса, танк-спот для просто, босса. Ой, микстурка держит его наверху. Там, где лестница, нахуй. Ниже лестницы, на ниже всех ступенек держится, блять, сразу сбоку держится ебаный феникс. Сейчас я метки поставлю. Мильки просто, блять, в это время, когда появляется феникс, вливается именно в босса, ну, а когда уже появляется яйцо, когда РДшники убили феникса, вливаются все, и РДшники, и мильки, ну. И когда РДшники появляют... Никогда яйцо появляется, а милики бегут тогда, когда контроль, перед контролем они уже бегут бить яйца. Это максимально увеличит шансы выжить за контрольные цели, потому что милики ваншотят в контроле. И желательно, если вы имбовый игрок, вы можете вообще снять пушку. Так я вам на всякий случай милишники говорю.
бафайтесь, чего? Все, кто не понял, повторяю еще раз. Моб, который не таунтится, это слева стоит, с самого лева, с топором такого, с красным. От него надо бегать по платформе, где стоит кель, а не бегать в ебенях. Кто побежит туда, в сторону зеленой метки, я буду матом нахуй орать. Касается всех, без исключения. Единственное, на кого может побежать туда босс и к нему претензий не будет, это танк Микстурка, потому что он танчит там, забирает моба. Во время... Винар и Маликет. Да, они будут в зоне поражения. Все равно их просто пенет и все. Ну, то есть, ровно давайте 5 секунд, поставим... до них... По дымкам поставим, блядь, метки, нахуй. Где босса держать, где Феникс? По чулановских, нахуй. Крафты ставлю, блядь, череп на. Кто не разобрался, как оружие бить, повторяю еще раз. Две метки, которые стоят с левой стороны, это меч и лук. Их надо заливать РДД. Не надо здесь крутить, ребят, ДПС. Не надо. Пусть милики свою ебучий ДПС крутят на всем остальном оружии. Если вы не убьете лук быстро с топором, то есть вероятность, что какого-нибудь тонкого... коневика просто ваншотнет он. Говори, тут? Каски не хватает. По магам. Висит на тебе каска. На чё-то ещё. А. Пушки одели. Пушки, кстати, одели. Они исчезли. Каждый трайнет будет их одевать. А, да, кстати, для миликов. Вот этот петух, как его там, Телоникус, старший инженер, он иногда кидает на миликов или на рандомного человека в рейде какую-то там игрушку механическую, которая станет раз там сколько-то секунд. Если вы заметили на себе эту хуйню, к боссу лучше не подходить. Иначе застанет и убьет бомбой. Точно снимается кошем, но диспелится ли она, я не знаю. Блин. Посохом она диспелится. Классно. Стоишь. Видишь, где турбой стоит? Во время переходки, когда у тебя уже будет оружие, ты стоишь вот здесь. Шарпистул, ты стоишь с этой стороны. В бомбу только, самое главное, не попади. И возле микстурки... А, не знаю. Ну ладно, возле нее никто не будет стоять. Чтоб он с контроль не получал дезориентацию. Дайте время на агро. Никто не бьет, микстурка, давай ЛП и просто спиной беги, сразу веди его. Там не микстурка, а Малик. Маликет, да, беги, просто беги, сорвут, это значит эти уроды виноват. Сразу будет понятно, что за крендель, можете бить, он уже стоит метки. Можно поставить тотем антифира. Там есть шанс, что вас не зафиряет. Брать максимально раньше, чтобы не фиряло. Или так. Сейчас разбегаемся, середина комнаты. Все набирают рейндж, бабу ведет микстурка в трусы. Ее можно потихоньку дотать, но не бить прям конкретно. Доты просто накидайте. Если видите, что срываете, перестаете бить. Разбежаться нужно с середины, чтобы вас не задело вот это АУЕ, которое вокруг нее.
Петов на нее не напугал. Костель захилили, захилили костель. Там не только он, там много людей рядом с ним стояло. Поэтому рейндж держите, не бегайте толпой 2 шипа. Рейндж. Милик, уйди оттуда, рейндж держи. Кинется это говно, оно на всех сразу кинется, на четверых на вас. На Пета. И Клонилос на подходе. Клонилос. Не забивайте, да как подведут в метку, через секунду или во время беготни будет бомба. Она будет через 5 секунд. В милике вы не торопитесь сразу подходить. Отлично. Играть игрушка. Никто не бьет, только наплывы и танки. Забывайте, кто что бьет. РДДшники бьют оружие, которое находится слева, микстурка. Это топор и лук. Первый убивается топор. Сокрушение, которое. На нем череп уже поставлен. Агрос меня. Посох, а лук. Длинный лук. Видите, там есть? Кто посох лупит? Чё за имба человек? Сведите. Сведите танки. Неудобно. Пока уже ты... ищите. Ищите свое сразу оружие. Одевайте, смотрите. Да, пока 30 секунд есть у вас. Классный шарпистул. Запомнили, где стоите? Вы должны там и стоять. Чтобы на танков не кидалось головокружение или какое-то дерьмо, которое контролирует. Когда РДД побежите на треугольник, накиньте доты на этого инженера ебаного, которого танчит Эвинар. Куда вы все разошлись-то? Нет, только двое расходятся. Сейчас будем убивать на платформе вот этого чувака с топором. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с 4 советниками сразу, но мои люди тоже никогда не знали справедливости. Повышаем свой скилл в ромбик, закидываем доты и бежим на бите зеленую метку. Это можно сделать на бегу почти всеми классами. Фир, через 5 секунд готовьтесь тотемы ставить, помогайте миликам там. Воспламенение микстурка, помогайте, хильте его. Не жалейте прожимок, отдавайте их нахрен. Нужно очень быстро перевести это говно. Прожимка только у паладина сейчас есть.
Да не те прыжки. СС на кого-то распределите, два СС. Хила. Сомалийский, сомалийский и прости киньте, два СС. Встать. Фир 5, 2 секунды. Больше бомба 2 макар. Секунды. Рейндж, рейндж, держите РДД. РДД бьют ромбик. Милишники сами там справятся. До переходки 30 секунд, медленно бьем, должны, конечно, убить. Бомба 2 секунды, милики, не подбегайте, не подбегайте, стойте, ждите пока что. Классная гимн на ману играй. А он назад через 15 секунд после ее сыграет еще гимн назад. Фир. Нет, пошли бомбы. Ну ладно. Отошли пока. Косты сбивать и помогать, косты сбивать. Хилы с пушками, не забывайте главного танка хилить для того, чтобы по нему меньше урона от огня приходилось от огненного шара босс. РДДшники, как только появится Феникс, все бьют его. Милишники, вы не рыпайтесь, бьете также босс. Вам скажут. Контроль. Контроль 5 секунд, милики, лучше разбегитесь, потому что будет тяжело вас законтролить сразу. Ну за тут. На двух хилах. Феникс. Шреддер баблом снял. Это Феникс. Поехали, Феникс РДД вышел. Феникс. Феникс, Маликет, ну, как хочешь, и Эвенар, как хочешь, держи. Возвращаю. Да. Милики, помогайте. Давайте Феникса сейчас будем. Давайте, милики, мужа Феникс играем. Боссом. Фениксы, в яйцо Феникса играем. Давайте. Контроль еще через 25 секунд. Нормально, успеваем. Угу. Все, так продолжаем. Все. Это два было за контрольных, не забывай, это просто повезло сейчас. Шреддер снял баблом. Да, я знаю, но я и говорю, что повезло. 500 ЕП дам ему. РДД раз... Контроль. Контроль над разумом, милики разбежались. Феникс скоро будет. Феникс и РДД играем. Я в контроле с пухой. Ой. Бар. Контроль мне. Где я Феникс? Инвентация. Маликет забирай. Феникс появился. Маликет, Феникса забирай. Шреддер, веди к Маликету этого говнаря. Ладно, я поведу. Выше, служи, милики, алло. Угу. Повел. По турбо БР. Чулан, мы все падаем. Какого хуя? Че с танками такое? Че, все в контроле, что ли? Меня ферят люди. Фернул. Вайда законтролил, а фернул танка и все. А хули вы хотели, блять? Ну, хули вы вары не можете что, оборонительную стойку и таунт нажать? Че, блять, руки нахуй пообломаются у вас? Феникса таунт не действует. Да ударить, блять, угрозы больше будешь создавать, чем любой РДД. Сейчас трое законтрольных убили единственного друида в этом рейде. Я вам просил дать мне, сука, СС. Ага, прикиньте, смешно. Я дал дубовую кожу, хватка природы и стан массовый, но все равно, сука, сдох. Охуенно. У них, наверное, в агрометрии первые друиды всегда у этих законтрольных могут быть. Ну, точнее, у людей. Они просто на тебя напулили. Ну, дайте мне СС, чтоб я встал и какой-нибудь ПР. Ну, мудаки никогда не могут, сука, сделать нормально что-то. Что-то они, что они не сделали, ебаные кинжалы, их что до сих пор, блядь. Да, вот за кинжалы обидно.
Зря вы. Кто зря? Что нам надо делать? Возле босса стойте. Не могли, не могли, они не могут никак сдох. Хорош. Ну толку. Диван, Шредер, дай-ка. Воу, так да, так нормально. Да. Ресайте. Ага, хер. Ты что, диван? Потому что нам надо сомалийского в танк. Нет, подождите, сейчас они умрут, два тела, он с дивана там резко. Подойди к нему. Я не хочу к платформе близко подходить. Вроде вот все, так заебись. Вроде хорошо, но контроль все портит. Снимайте. Контроля бы не было бы вообще манекен. А, покажите, кто убивает. Кто вот сейчас вот чулан? Чулан, кто тебя убил? Все, чарнулся вар, шаман подбежал, с руки был, и Шансунг на меня все три доты навесил и добил чем-то. А чё? Хватало еще какую-нибудь микстурку, которая меня притянула, еще и сало мне дал. Вот это было бы весело. Я за секунду до контроля прожал все, что можно, чтобы, блять, на вас это не пошло. Но в итоге... Шаманите. А, там комбат. Игру. Маликет, я не бью фениксов. Я даже, блядь, не смотрю на них первые 10 секунд. Я вношу в дымак в келя, потому что нужно перевести келя. Вот как только поставили феникса, я начинаю в него въебывать в РДД. Остальные я хз. Если они начинают с первой секунды, блядь, из тебя срывать, потому что ты в жопе мира даже там вот не нажал. Я не знаю. Давайте я вам кое-что объясню, ребят. Феникс является одновременно с шоковой преградой. А шоковая преграда вам шопит, если вы помните, он кастует глыбу. Так что, когда вызвался Феникс, надо бить босса, чтобы слить щит и сбить каст. А потом уже бейте Феникса на здоровье. Дайте, пожалуйста, Греми Пати. Это ретрик. И что? Ну, он может вместо меня поет. А ты кто? А я ДК. Космос. Понятно. Он хорошо дамажит. Да, не в дамаге сейчас дело. Хорошо. Хорош. Конечно, три совы было бы вообще прям шоколад. Чё ты хочешь, чтобы я танчил? Чешо? С ума сошёл? Не горе мне, Патя. Ну, во-первых, сейчас last try. Так что уж дотанковывай. А там посмотрим. В среду будет допронос или когда? В среду, скорее всего. Если хотите траить, надо полноценно приходить. Допронос пошли и убили, блядь. Нехуй сиськи иметь. Ну вот, в среду придем. У нас будет 3-4 часа на то, чтобы его убить. Что время не бесконечное. Только атлас уходит.
Да, я могу, короче, уступить место Гарри. Не-не, раз. Последний трай, давай оставайся, смысл. Давай оставайся. Сейчас дольше суммонить будем. И тогда. Да, я резко. Шкаф поставьте, есть локи? Почему-то, сука, у вас время есть, чтобы траить ёбаного личанах, а тут у вас времени нету траить. Заебись. Не хотите убивать, так и скажите нам. Да, почему ты так всегда говоришь? Как будто у людей нет больше жизни, кроме Вова, да? Я тебе сказал именно про лича и про это. Я тебе сказал, что есть жизнь, либо нет жизни. Нет жизни. Жизнь замерзула. Жизнь за Войда, да, блин? Войд нужно построить зиккурат. Нужна древесина. Я не понимаю, почему вы сейчас велосипед вот изобретать и малекетов танка сомалийского в хила. Я не понимаю этого, честно говорю. Т5 на танка у сомалийского, Т5 на хила у малекета. Малекет захотел почему-то танчить. У малекета нету спека другого, у него только два танка спека. Ну это понятно, он захотел танка себе сделать. Я вот этого не понимаю. Поэтому он честно танчит. Паладины, снимаете контроль баблом. Круто, да? Чё, все тут, да? Давайте вас травим. Рыбу поставим, давай покушаем. Хорошенько покажем этому боссу, на что мы способны. Рыба сзади. Уже и там есть. Завтра, короче. Если у вас есть инки и желание, может быть, после целка, если будет большой онлайн, какой-нибудь соберем рейд, либо Грумагик Гер 2, либо Рездац Петюк 2. Какой хотите. А давай перед целка. Нет. Я там говорил до этого, сжали свои пидорастические яички и убили этого босса. Оружие одеваем, сумки достаем, одеваем оружие. Просто вы предупреждаете, когда вот контроль, да, и вы сразу себе алгоритм, что вы делать должны, кто какой класс, там, контролирующие способности, эфиры, там, все это дерьмо, вытаскивайте на панель. Вот у меня на панели, я не знаю, ну, 50 кнопок точно, ну, 40. Кто видео мои смотрел, те знают. У меня три макроса на сокрушитель, щит, лук. Все готовы, был учет. Давайте. Мои люди без них не могут. Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. А, ребята, есть у кого-то быстренько еда на пробивание брони? Прям в рейде кого-то прям сейчас есть, нет? Ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Нет, скорее. Да, вот это хуёво, что нет. О. Бож. Посмотрим, кто это у вас смелости выступить против Светокрада Тавр. Блять, не успею уже, сука. Ладно. Готовьтесь. Шей пропадет. Хорош. Удар дает от вас.
В мелизоне под ногами у нее не стоит, она будет кастовать вспышку, чародейскую. А что все молчите? Или меня куда-то перенесли в отдельный канал? Куда вы сразу вливаетесь, алло? Блять, не сказали, они сразу вливаются. Турбо танчит обычно этого босса, нормально все. Я не могу, не открывается рейд. Окно рейда не открывается. Я тоже не могу. Вы, блять, издеваетесь, я милишники. Не... Нахуй вы подходите к хил. Неплохо. Теперь вы можете потягаться с моим главным инженером, Телоникусом. Бомба. Орудие. С платформы ушли все, кроме танка. Мазди стал. Через посох милики играем, костриму сбиваем. Даются станы. Почему у щита 80% хп? Приведите щит в одну точку. Сведите оружие, сведите его в одну точку. Ступеньках. По центру на ступеньках. Надо подождать. У меня нет цели. Воскрешаются все мобы. Оценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу. Но... Алиса шотнула. Я думаю, ее шотает, потому что она без саппорта. О, блядь, поднял, блядь, бегаю от этой хуйни. Алиса, вставай, блядь, забирай, забафли ее, блядь. Меня шотнуло, потому что у меня была броня сломалась на половине боя, нормально. Я вот для тебя поставлю Дживса сейчас. Дживса поставил, починил. Турбо, у тебя посох? Чулан, у тебя посох?
снова, если ты про это. Меня дезориентируют постоянно, все нормально. Что из-за нол? Если ты рядом, на тебя должно было попасть. Mm-hmm. Mm-hmm. Хорош. Отдали все прожимки, убили этих уебашек, но... Что там по бомбе? Была он. Труба, живи. Чулан, живи. Отходим. Пошли. Да, встаньте так, чтобы тот и сразу на келя накинуть. 10 секунд, он сейчас появится. Яйца, Феникс, не трогайте его, пусть его отведут и поставят. Контроль. 2 секунды. Склонитесь пред моей. Я в контроле. Я в контроле. Пир-пир-пир, сове. Я сейчас костелю убью. Откручиваю. Кто чулана-то бьет? Я его. Спасибо, Виби, за нестабильное колдовство. Роги, которые накинули на меня, всю хуйню. Спасибо. Какую хуйню? Почему? Да это бред. Ну, это какая бред, хуйня на тебе была? Падаем. Чулан! Погоди, Берет, а КД. О, он встал. Приготовились. Феникса мало хп, появляется яйцо, все в яйцо. Похуй, да? РКД 6 минут, я Алису Берил. Дальше. Ты просто в диск попадаешь, ну. Контроль 5 секунд. Секунды разбежать. Феникс, слышно. Своих не убить. Феникса далеко держит. Телрей, дэв. ХП Феникса 0,7. Сколько у него хп? 1, да. Когда мало, милики, готовимся подходить добивать яйцо. Весь рейд. 200 тысяч. Приготовились, приготовились. Приготовились. Кул ДД в яйцо. Пора, кто там летает? Там руки. Это танк, нормально. Все, продолжаем. Феникс, 3 секунды. Контроль 5 секунд. Лужа. Лужа. Танка законтролили. Танка за контроль. Второй есть танк. Малекет, третий танк, лови, не бейте Феникс. Лови третий танк. Бейте Келя. Пусть танк ловит Феникса. Сейчас он наберет. Забрал. Шоковая преграда.
сбили. Сбили. Приготовились. Готов. Мало хп у Феникса. Приготовились, повернули. Не бежим пока. Милики, приготовились. Яйцо. Феникс, но... Босс. Правильно прохил. Феникс, время. Патроны набираем, игро, танки есть, нет? Танку веди, Феникса, к танку. Двое, 5 секунд. Разошлись. Лужер, ДД. Казума, на Вастерфолл. Псову контроль. А меня не взяло в контроль, лол. Феникс. Скоро Феникс. Яйцо, повернулись. Яйцо. Бейте яйцо, кто там рядом, быстро. Лужа. Ты слишком рано говоришь яйцо. Некоторые улетели. Из-за этой хуйни. Нет, не некоторые улетели, а Феникс в яйце появился, вот и все. Феникс мало хп, у которого его бьем. У которого мало хп, сейчас яйцо будет. Весь рейд, приготовились. Контроль 7 секунд. 5 секунд контроль. Убили яйцо. Бля. Тут наши полномочия уже все. А чё вы мейн танка проебали? Ой, мой, я шот, пока говорил и упал. В луже был. Ну бывает за 91 каз летел, чувак. Не, лужа это ваншот. Любому таргет. Да потому что отвлекаться не надо говорить. Сколько раз я себе это говорил. Еще, блядь, 2 часа на трое есть, а у них уже все, блядь. Ну, у кого есть? Кто еще 2 часа троить будет? Плюс рейд. Я-то часу сидеть тут не собираюсь. Не, давайте все равно. Среда будет. 19:30 ориентируемся. Царь вообще сегодня не пришел. Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. Войт, одна воронка есть? 3. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашалянора. Так, чё тебе сейчас? Турпа, тайпорт. Да. Или ты вышел? Где Доларан? Доларан? Ты 3 берешь? У тебя их 3 сейчас? Ну да. Не, ну хорошо, давай 3 возьму. Ну там где одно останется, там сам уже. Там ты скажи, да, да, это я на Уке куплю. Костель взял, купил у тебя их? Да, он 3 взял, он второй кусок открыл. Все, хорошо. Куда вы плюсуете? Третья карта сейчас. Ты где, Мистук? Возле колодца. Ну, в банк вход. Понял? Я сразу тут. Где ты там? Вот прыгаю на входе в банк.
Угу. Одну куплю. Окей, все. Благодарю. Вик, никто не хочет десятку.